что в феврале 2020 года Альмитские пруды, тянущиеся от городского озера до реки Сикмурза, улица Ленина, этот район от улицы Белоглазого и Домового Рук характеризуется тем, что здесь расположены перевалы многих крупных средних банков, таких как Банк Зенит, на углу улицы Белоглазого, здание, сделанное этим, Сбербанк, ВТБ и ряд других. Агросбанк, Россельхозбанк. Здесь же располагается УВД города Альмейска, Альмейский район. Центральная гостиница Альмейск, Дом культуры Невча, Дворец культуры Невча. За зданием УВД города Альмейска располагается самая крупная городская мечеть центральная.